Главная цель – легитимность выборов. В Самарской области выработана практика надомного голосования под общественным контролем. Жители, которые не могут прийти на избирательный участок, имеют возможность заказать урну для голосования на дом. Но для этого должна быть уважительная причина. Например, плохое состояние здоровья или инвалидность. Общественный контроль – важный фактор, который обеспечивает соблюдение требований закона не только голосующих, но и избирательных комиссий. По действующим правилам, надомное голосование предполагает участие в этом процессе представителей избирательной комиссии в составе не менее 2 человек и общественных наблюдателей. Они получат соответствующие удостоверения и будут сопровождать те группы, которые будут посещать наших избирателей на дому для голосования именно на дому. То есть будет обеспечена прозрачность этого процесса, контроль за ходом голосования. Хотелось бы отметить, что в принципе привлечение именно независимых наблюдателей, то есть не просто представителей от определенных кандидатов либо партий при проведении процедуры голосования надомного, а именно независимых наблюдателей, то есть тех, которые не аффилированы, не представляют ничьи интересы. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, где прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей, которые будут обеспечивать легитимность избирательного процесса. Основной мотив, вот то, что я увидел, он достаточно прост. Как раз сомнение в том, насколько возможны выборы прозрачные, привлекает граждан к тому, чтобы стать участниками избирательного процесса. Чтобы перейти вот эту грань между тем, что ты просто голосуешь, к тому, что ты можешь нести некую общественную лепту в наблюдение и сделать выборы еще более легитимными и прозрачными. При этом, вы знаете, как жизнь устроена, я думаю, что нарушения могут быть. Главное правильно от них отреагировать в правом поле, потому что нарушение – это не хорошо, не плохо, это как некое следствие организации любого процесса. Наша задача – минимизировать эти риски и, самое главное, сделать их прозрачными для всех граждан, которые имеют право на голосование. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.